It's a great opportunity for the Armenian community in Toronto to be present for such a great performance by these Duduga harps. It is wonderful, and I'm glad that the Armenian community in Toronto is fully attending this concert. We have to see some more, but it is a taste that all of us is really appreciating. They are great varbed in Armenian, which is masters of music, and I hope that other communities in North America, the Armenian communities, as well as the non-Armenian community, has a chance to see and enjoy this kind of a concert. Концерт ужасно нравится, настолько нравится, что я начала рыдать и не могла остановиться, потому что армянская музыка, она такая эмоциональная, и когда ты скучаешь по своей родине, ты слушаешь эту чудесную эмоциональную музыку, и невозможно не плакать. Просто супер концерт. Спасибо организаторам. Очень тонко, умно продумана построенная программа, охватывает практически огромнейший пласт времени, начиная со средневековой армянской духовной музыки и заканчивая и современными произведениями, и переработкой знаменитых произведений классиков. Здесь просто была проделана огромная работа, и настолько он развил вот этот инструмент, я не могу, конечно, технически сказать, как это было сделано, что просто звуковые возможности были потрясающие. И именно вот вся программа, она была построена так, что мастер показал, насколько он может исполнять и классическую музыку, и фольклорную музыку абсолютно различных национальностей. То есть и украинскую, и русскую, и персидскую национальную, и, ну, естественно, армянскую, и классическую. Շատ ուրախ եմ, որ նման համերգ են կազմակերպել, հատկապես դուդուկի հետ կապված, որ Հայաստանի կարոտն ենք առնում, կցանկանայի, որ ավելի շատ նման համերգներ կազմակերպվեր։